так называемой ЛНР люди объявили бойкот республиканскому мобильному оператору. Стартовые пакеты Lugacom не пользуются спросом среди жителей оккупированных территорий. Продавцы говорят, что покупать их отказываются из-за низкого качества связи, отсутствия технической возможности звонить на территорию подконтрольной Украине. Также оператор даже не предлагает таких элементарных услуг, как СМС-сообщение и подключение к мобильному интернету. Зато при покупке стартового пакета нужно предъявлять паспорт и подписывать абонентский договор. А цена и вовсе удивляет. Стоит один пакет 120 российских рублей. Поэтому люди не хотят пользоваться низкопробной связью.